Игра Pokemon Go от компании Nintendo за считанные дни покорила мир. Несмотря на то, что официально это мобильное приложение доступно только в США, Австралии и Новой Зеландии, все больше людей из разных стран находят способ приобщиться к набирающему популярность увлечению. Pokemon Go – мобильная игра с поддержкой дополненной реальности, в которой участники должны охотиться за героями популярного японского мультсериала и приручать их. С помощью GPS приложение определяет, где находится пользователь, и для того, чтобы передвигаться в игре, надо физически перемещаться в пространстве. На улицах больших городов США появились тысячи людей, которые бродят, уткнувшись в экраны своих смартфонов. По словам игроков, один из плюсов Pokemon Go – то, что пользователям приходится выходить из дома, а также это позволяет завести много новых интересных знакомств. Но есть и свои подводные камни. Я постоянно чуть не врезаюсь во что-нибудь, говорит Генри Мендес, поэтому я решил играть в нее поменьше на улице. Надо все-таки смотреть по сторонам время от времени. Это легкая, веселая игра, которая каждому придется по вкусу, говорит Фредди Каверо. Даже те, кто никогда не смотрел мультфильмы, не играл в компьютерные или карточные игры, говорят: «О да, это забавно, я бы попробовал». Я подсадила кучу своих друзей на Pokemon Go. Они никогда не играли, а теперь не могут остановиться. По данным медиков, все больше людей увлекаются игрой настолько, что получают небольшие травмы. А банда из штата Миссури при помощи приложения ограбила 11 подростков. Но несмотря на это, Pokemon Go уже обогнала по популярности Tinder, Instagram, WhatsApp, Snapchat, Twitter и Facebook. Стоимость акций компании Nintendo с момента выхода игры подскочила на 25% и продолжает расти. И это при том, что основные целевые рынки, страны Азии, прежде всего Япония и Европы, все еще ждут возможности скачать приложение.